Проехать от Москвы до Владимира по М-12 в этом году не получится. Это следует из ответа госкомпании «Автодор» нашему телеканалу. 15 ноября федеральные СМИ подхватили информацию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что якобы во второй половине декабря уже будет запущен участок платного автобана, который соединит столицу с Владимиром. Мы связались с пресс-службой «Автодора». Там нам пояснили, что в декабре откроют лишь объезд города Петушки. Обхода проблемного покрова в этом году не предвидится. Таким образом, чтобы добраться от Москвы до Владимира, водители поедут по участку М-12 от центральной кольцевой автодороги до трассы А-108, затем выйдут на М-7 «Волга», проедут через Покров и только потом смогут съехать на платный автобан. Мы с вами в конце этого года откроем участок протяженностью 57 километров, который позволит нам объехать Петушки и дальше выйти на те 26 километров, которые уже открыты. В общей сложности у нас с вами будет 106 километров. Но вот этот вот обход Покрова будет открыт только в следующем году. Напомним, что 14 октября во Владимирском регионе открыли движение по первому участку новой магистрали, которая дублирует южный обход областного центра и выходит к повороту на Гусь-Хрустальный.